нам всегда была интересна история, и как, возможно, ее можно было бы преподнести людям, как можно было бы заинтересовать студентов, школьников. И вот историческая реконструкция, ролевая игра, соединились вместе и получился проект «Рон». Да, сейчас образование направлено на внедрение новых технологий, и этот фестиваль, он в том числе образовательный. Образовательный от студентов для студентов с использованием интерактивных, или как еще называют, иммерсивных технологий. Вот такой наш эксперимент. Ребятам очень понравилось. Сегодня, конечно, день в день мы не собрали большой обратной связи. Но та обратная связь, которая уже есть, она исключительно положительная. И ребята говорили, что буквально вжились в происходящее, и что такого в их жизни не было никогда. Бойцы готовы! Да, у нас более 2 месяцев была подготовка к этому мероприятию. И она еще продолжится, потому что в августе ребят ждет настоящая ролевая игра в обстановке истории России 13 века. А конкретно исторического события — битвы на реке Калке. Поэтому ребята учили историю, мы преподавали лекции по конкретному периоду. Они изучали ремесла и, конечно, спортивные боевые искусства в виде стрельбы из лука или исторического фехтования. Во главе которых стоят князья, и над ними нависла монголо-татарская угроза. Собственно, великий князь собирает их для боя, который они должны дать ордынцам, собственно. С другой стороны, всем известно, что великий князь уже не молод, он скоро умрет, и каждый из князей так или иначе претендует на этот великокняжеский престол. Так что они не только друзья, но и соперники. Сейчас этап называется «Битва князя», на котором нам, как участникам, стало известно имя великого князя, который является одним из организаторов этого проекта. Князья познакомились с великим князем, смогли познакомиться поближе с другими князьями. Лично я являюсь советником князя команды ИГН. По жизни Дима, а по игре он Драгодрат. Вот. Мой князь тоже с бородой, он тоже князь, но он пока еще не великий. Я, конечно, болею за своего князя, даю ему советы. И мы все поддерживаем друг друга, других князей, но, естественно, хотим победить. Как закончится, мы не можем пока точно сказать. Вот, возможно, по баллам кто-то победит, а возможно, устроит какую-то хитро сплетенную интригу, в результате которой придет к власти. Как это получится, или в результате завещания великого князя. Как известно, у него есть дочка, и через, скажем, браки тоже можно устроить свою судьбу. Вот. Я думаю, что ребята из других институтов, которые не являются историками, все равно узнали очень много нового для себя в истории, почувствовали себя сами частью истории. Это ведь такой наглядный, можно сказать, пример. И цель сама по себе, сплотить институты внутри Московского городского университета, потому что университет большой, мы вроде знаем про существование того же ИФО, ИЦО. Но я хорошо познакомилась теперь поближе с областным вузом, с которым у нас и так были, такие партнерские хорошие отношения. Теперь мы знали ребят еще получше. А также, естественно, это привить интерес к истории тем, кто... Он и так был привит, наверное, у многих, но расширить.
скорее здесь. Я понимаю, что это игра. У нас есть персонажи и есть личность. Личность нельзя оскорблять. Мы можем действовать, вырабатывать свою тактику, стратегию и идти в обход кого-то как персонажи, но не как люди. И это понимается участник. Перед зарею рано мрак, что там звенит, что там шумит, то Игорь скачет полем брат, и молнии из-под копыт, то Игорь скачет полем брат, и молнии из-под копыт. Два дня потоки стрел каленых, летящих видела земля. На третий Игоря знамена упали разом на поля. Там полегли Колчан с Булатом, там смяты русские полки, там разлучились оба брата на берегу Каял реки. Там кончен долгий пир богатый, там гостевали как могли, там напоили вдоволь сватов, а сами в землю полегли, за землю русскую. И тонет бескрайних тучек синева печаль, деревья к долу клонят, и никнет с жалости трава. Ой, ты степь на степь, без конца без имен, отчего ты степь, ковылем слетишь, ковылем слетишь, кровью червонишь, костью белою, по траве звенишь.